Андрей Клычков в ближайшее время привьется от коронавируса. О таком своем решении он заявил во время традиционного прямого эфира в соцсетях. Ни даты, ни точного места вакцинации губернатор раскрывать не стал. По его словам, чтобы исключить толпы зевак у входа. Для всех призываю вакцинироваться, сам еще не дошел. Но по объективным обстоятельствам, то у меня были антитела, то заболел, ну вот надо теперь идти. Тем временем в области уже насчитывается 80 795 привитых орловчан. Более 79 тысяч человек провакцинировались спутником, 600 – эпивак короной, 83 орловчанина – прививкой ковивак. У 45 непривитых от ковида орловчан вчера обнаружили вирус. Справились с недугом 42 человека, трое скончалось.